получить аж 5 голос уходит. Буду так показывать в конце. Аж 5 баллов, друзья. И первая на эту сцену будет команда, которая принимает участие в нашей лиге уже третий сезон. Радуюсь своим юмором. Команда КВН, мы не стесняемся! Третий сезон, команда КВН начинает с рэпа. И мы не исключение. Мы не стесняемся начать сезон в открытой лиге. Начнем писать сначала сюжеты новой книги. У всех один мотив, мы ведем свою игру. Начнем сезон красиво, это ты имей в виду. Кстати, друзья, давайте сразу познакомимся. Это Кирюша, пузо нашего вуза. Кстати, Кирилл недавно в Новосибирске открыл свою закусочную. Да, Кирилл, закрой ее, пожалуйста. Пацаны, наконец-то вы поняли, что КВН это не ваше. Да, мы поняли. Что нужно выигрывать эту лигу, и поэтому у нас есть замечательный чемоданчик, с которым у нас это получится сделать. И, боже мой, что же у нас в этом чемоданчике? Ура, не вернулись! Кирилл, а что у тебя лицо такое довольное, а? Оно не довольное, оно просто толстое. Довольно толстое! Мальчики, вы думаете, мы выиграем так открытую лигу? У вас есть что-то посерьезнее? Конечно, есть! В общественной бане депутаты сидели. Закончен банкет, а продолжения нет. И спикер палаты уносит всем предложения, на что получает ответ: да, да, это не шутки, к ним едут простите. Так, стоп! Ребят, мне кажется, у нас в команде завелся дебил. Кто завелся? Кто завелся? Кто? Спокойно! Проверка на дебила. Как мы быстро повзрослели. Ну что, я требовалось доказать. Ну что ж, друзья, а мы начнем как самая типичная команда КВН. Команда КВН, мы не стесняемся в сезоне! Пакет надо? Да. Короче, вчера с Маринкой такая ситуация была. И такое бывает. Парни дерутся за самую некрасивую девочку. Артем, я выбираю тебя. Может, он, а все-таки? Нет, ты выиграл в честной борьбе. Ай, нога, нога! И отец пытается вынести из квартиры его так, чтобы сын не запалил. Папа, ты куда? Я покажу. Друзья, немного пофантазируем. Итак, Брежнев разгоняет гей-парад. Так, мальчики, что тут собрались? Ну-ка, всем по щеке, давайте уходить. Давайте уходить, Сережка. Парень знакомит свою девушку со своими родителями, но есть одна загвоздка. У них сгорел дом. Мам, папа давали, я буду жить с ней, неудачники! Друзья, немного бреда. У Гарри Поттера закончились заклинания. Лаймовай, Гулия! Гарри! Ты ж понатворил, это ж запретная магия! Так, ребят, что это такое вообще? Это политический шансон! В бараке в отдаленном уголке на нарах страшно кашляя лежит
сжимаю крестик маленький в руке. Ни вор, ни фраер, братцы, ни бандит. Так, это кто вообще такой, а? Это Сердюков. Здесь, похоже, больше Путин Сердюков. Вот смотри, кричит, где мои танки, где мои танки? Я ничего не знаю, если не по делу. Мы ведем против вас санкции. Да какой смысл ваших санкций? Итак, давайте решим все старым дедовским способом. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Опять камень. Ну, Валь, и где он? Ну как, я же и есть ваш подарок. О, чур мне, голень. Кирилл, ты чё? Я и договорил, голенькую. Команда КВН, мы не стесняемся, не стесняемся ничего и никого. Команда КВН, мы не стесняемся, ваши аплодисменты. Движемся дальше. На этой сцене появляется команда, которая принимает участие в играх КВН, можно сказать, первый раз. Поэтому давайте поддержим их бурными аплодисментами. Команда представляет Университет водного, Академию водного транспорта. На сцене моя любимая команда КВН! Вас приветствует моя любимая команда КВН. Мы себя позиционируем как команду, у которой есть все, что нужно. Человек с опытом игры в КВН, стуанос, привлекательные девушки. Капец. Девушка. И... Нет. Че это у меня женские ноги? О, спасибо. Что? О, вот эти чекули, я их засрал. Где? О, приезжай. Привет, Коль. Ну что ж, начнем. Друзья, которые не виделись 20 лет. Парень при помощи гитары пытается познакомиться с девушкой. А у меня гитара есть. Представим такую ситуацию. В группу Любэ на подпевке взяли немого солиста. А на войне не ровен час, а может мы, а может нас. Ребенок узнал страшную тайну. Деда Мороза не существует. Нет, этого не может быть! Ну как же так? Ты же как-то раньше жил без этой новости. Нет, я не хочу в это верить. Мать, ты ему что рассказала, что он приемный? Девушка, которая всегда говорит правду. Чикуля, слышь, мобила есть, позвонить? Так, отстаньте от меня, ведь у меня парень, ты сейчас как заорет, все разбегутся! Неудачная пластическая операция. Это что такое? Ну, не знаю, по-моему, все нормально. Да где нормально, тут ты посмотри! Вот это грудь, ребята! По статистике, Бразилия является самой криминальной страной в мире. Случай в Рио-де-Жанейро. Сумку гони? Да, да, сумку сюда, быстро. Ребят, вы прям все правильно делаете, так, а? О, карнавал! She wants me touching, she wants me rocking, she wants me touching.
как бы сумку неправильно держишь. Да, ну, Надя, же тебе виднее, как ее держать. С вами была моя любимая команда КВН. Надеемся, что теперь и ваша. Спасибо. Ваши аплодисменты, моя любимая команда КВН! Я похудею после сегодняшней игры. Я выкричу весь юмор, который только может быть во мне. Ну что ж, друзья, давайте будем двигаться дальше. Сейчас на этой сцене появится команда, которая представляет Академгородок Новосибирский государственный университет. Между прочим, команда КВН «Давай по новой» НГУ. Господи, давай по новой. Сейчас ты микрофон не забыл? Нет, вот он. Зачем тебе нужен в начале выступления, у тебя слов нет? Команда КВН, давай по новой. Ну что, ребят, давай по новой. И первая миниатюра. Бабушка немного перестаралась. Внучек, внучек, давай еще ложечку. Нет, 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 бабушка, не могу. Ну давай, за маму. Нет, нет, еще. Ну давай. Нет, не могу, живот не могу выпалиться. Да что ты поделать-то? Кошмар-то какой, второй внук за неделю. А следующая миниатюра, вторая. What's up, guy? Writing freaky fan fiction with cartoons, fuck. Got CGI, Garfield, licking Mormon dudes, now. Дорогой, дорогой, смотри, на Карл Маркса теперь и таких черепашек продают. Переворачивай ее. А следующая миниатюра будет немного спортивной. Биатлонист в постели. Мил, ну не расстраивайся ты так. Ну, пожалуйста. Не унывай, в следующий раз обязательно получится. Я так не могу! Штрафной круг! Господи, Сережа, это шестой штрафной круг за ночь, давай просто спать ляжем! Абсолютно в каждой компании есть такой человек. Ребят, ребят, давайте в мафию поиграем, а? Новая мафия есть африканская, такая классная, вообще не могу! Ладно, не хотите, давайте крокодила. Крокодила, давай поиграем. Антон, да отстань, дай ленту полистай. Вы посмотрите на себя, что вы делаете? Вы постоянно только смотрите свои контакты, вы мир вокруг не видите. Что с ним еще случилось? Что такое? У него айфон сел. А следующая миниатюрка будет милая семейная. Отец и сын балуются. Пап, пап, давай в коняшку сыграем. Давай, сынок. Мальчик, мальчик, что случилось? Что случилось, родной? Что случилось? Ну скажи мне, пожалуйста. У меня цыгарь, батя украл. В последнее время очень популярен фильм «50 оттенков серого». А мы посмотрим «50 оттенков серого» в «Искитиме». Дорогой, мне точно понравится. Конечно, понравится. А у нас реклама. Милый, милый, уже мало реклама. Это такая классная кофточка темно-синяя. Всего 8000 рублей стоит. На прошлой неделе она стоила 9. Мы ее купили, но я хочу еще раз ее купить. Она такая классная, она так прекрасно подходит к моему имиджу. Я в ней такая красавица, ты даже себе представь. Рафаэлла. Вместо тысячи слов. А теперь мы немного переместимся в детство. Даша Следопыт в гостях у мэра. Жулик, не воруй! Жулик, не воруй!
на час. Здравствуйте, вы жену на час вызывали? Да, я. Да я вот так не по жизни, тебя носки по всему дому порастратил, лишь лично я приду, твои друзья в околике припрутся, полторашки пораскидут, а мне потом это убирать, а я женщина, я любви хочу, все, мне это надоело, я же жить маме. Все, 2500 рублей. Ну ты стерва. Ну что вы, это моя работа. Делают какой-то вывод из своего выступления, дают какую-то умную мысль. Команда КВН, давай по новой. А вы знали, что белки могут рожать только 3 раза в жизни? Иногда так. Что, никого из педа не достали? Вот. Вот они все, семилетки. Друзья, и хотелось бы сказать, что это один из самых ярких представителей нашей лиги. Команда КВН «Огород». Виталя, вот у тебя сегодня день рождения. Что бы ты хотел? Я бы хотел увидеть на этой сцене команду КВН «Огород». Какую команду? А кто сейчас на этой сцене? Это «Огород». Эй, это «Огород». Эй, это «Огород». Давайте все со мной, эй, хлопайте народ. Команда «Огород». Эй, команда «Огород». Кому сегодня точно повезет? Команда «Огород», эй, команда «Огород», команда «Огород», это команда «Огород», эй, Петя, а как ты так неожиданно появился на этой сцене? Мэджик Петя, Вуду Петя. А как вы могли понять наш Петя фокусник? Петя, покажи нам какой-нибудь фокус. Легко. Мэджик Петя, Вуду Петя. Петя, а наколдуй нам, пожалуйста, бабу в команду. Да не вопрос. Здрасте. Понеслась душа в рай. А наш Петюлька волшебник, и он приготовил вам несколько магических миниатюр. Итак, шутюльки от Петюльки. Мэджик Петя, Вуду Петя. Друзья. А как известно, дети психуют, ну вот прям из-за всякой ерунды. Итак, давайте представим, ребенок психует, ну из-за всякой ерунды. Мама! Мама! Да, доча. Дорогие друзья, а как плохо, когда в твоей семье мать – это варан. Прикиньте! Продолжаем. Фиксики в ломбарде. Ребят, ну больше 3000 за это, ну не да. Тогда пятера. Мэджик Петя, Вуду Петя. А мы переходим к нормальным миниатюрам. А мой парень алкоголик меня очень сильно любит, потому что я беленькая. Итак, представьте, пацан прикатывает деревенскую простушку. Я, короче, вообще самый известный человек у себя в городе.
Меня даже по телевизору показывали. А у нас нету телевизора. Я Путин! Ого! А кто это? Знаешь, я не могу сказать тебе это в глаза, прости. Я всегда думала, что тебя так и зовут. Вот плохо. Свет, ну сними пакет. Да господи, я видел твои фотографии, красиво это у меня, снимай. Да господи, мне не важно, какой человек снаружи, главное, что у него внутри. Ну, красивая же ты у меня, пойдем гулять. Поехали ко мне. Ой, ну поехали. А ты правда в Пешковке живешь? Да. Ой. Дорогие друзья, а как и все хорошее, наше выступление подходит к концу. Команда КВН «Огород», спасибо! So would you ваши аплодисменты, команда КВН «Огород»! Смешно! Действительно смешной КВН, как я этому рад! Двигаемся дальше. На этой сцене появляется команда, которая представляет Сибирский государственный университет путей сообщения. Хлопают те же, кто из педа. Команда КВН «Бисквит». Дорогие друзья, лучшая команда для лучшего зрителя. Что ж, добрый день, дорогие друзья, и давайте сразу познакомимся. Я, короче, Ваня, мне 19 лет, я с Новокузнецка. Там, короче, шахты, все. Меня зовут Настя, мне 20, я из Машкова. Там, в принципе, ничего примечательного, ну, как в шахте, можно. Хорошо, хорошо. Меня зовут Олег, и я из города Рубцовска, и... Боже, я не сделала прививку от Рубцовска! Не, вы не бойтесь, у меня врожденный иммунитет, ребят. Все хорошо. Но мы тебя знаем, ты Саня из Молдавии. Нет, я же в поле рос. Подожди, в Рубцовске все нормально у тебя? А, хорошо. Слава богу, я переживал. Леночка, ты же Новосибирска? Да, я из Новосибирска. Отлично, давай отвлеки чуть новосибирского зрителя, а мы пока подготовимся, хорошо? Хорошо. Давай. Детки, конфетки, привет-привет всем! Видели, какой сегодня дождик на улице капает? Видели? Ну, давайте тогда мы вместе с вами покажем. Приготовим ладошечку и один пальчик. И теперь закапала одна капелька. А сейчас две капельки. И три капельки. Четыре капельки. И целый день закапал пять капелек. Громко-громко. Спасибо, спасибо большое, Леночка. Такая молодец. Ну что ж, ребята, все нормально. Давайте начинать. Ну что ж, дорогие друзья, команда КВН «Бисквит»! Поехали! Дорогие мои ребятки,
произойти абсолютно с каждым из нас. Девушка, возьмите курточку. Здравствуйте. Ой, простите, пожалуйста. Фу, да ты что гонишь, что ли? Ты ж гардеробщица, да нет! Зайчики мои, я знаю, что вы точно никогда не видели, как проходит выпускной в тюрьме. Дорогие выпускники, вот вы отправляетесь во взрослую, свободную жизнь. Мы были вместе 11 лет. А кто ты больше? Кто ты больше? Хорошо, что к нам приходят старые выпускники. Искитим. Главный по Искитиму. Здравствуйте. Главный по Первомайке. И встречайте новый мэр города Перска. Ну вы же понимаете, я ненадолго. Конечно же, ты к нам вернешься. Сейчас на сцену выйдет парень, который первый раз закрыл сессию вовремя. Блин, первый раз сессию вовремя закрыл. Ха, я же никак, что хочу-то творю. Петюли всем, петюли. А в школе всегда понятно, кто двоечник. Смотрите, ученик Трудов идет. Здравствуйте. Ребята, здравствуйте. О, Сань, привет. Как вчера посидели? Было весело. Перчики, открою вам тайну. Очень тяжело общаться на расстоянии, но век новых технологий это стало гораздо удобней. Вася, это для тебя. Настюш! Настюш! Вася, ты же в Сургуте! Настюш, ничего не видно, давай вот так сделаем, попробуем! Кассирша, которая продает билеты в плей-офф! Капец, ну где же эта кассирша? Она ходит уже! Так вон она идет! Ну что ж, торги объявляются открытыми. 4 билета! 4 билета! Солнышки! А сейчас вы увидите клуб. Ведь в наше время много клубов. А это не обычный клуб, а анонимный клуб. Давайте же посмотрим. Здравствуйте, меня зовут Иван. Мне 19 лет. Я никому никогда не рассказывал, но я... Не может быть, Ваня! Меня зовут Настя, мне 20. Я толстая. Никогда бы не поверил, никогда. Здравствуйте, меня зовут Олег. И это я всем рассказываю, что вы толстый. Вот ты дичь! А мы любим дичь! Ребятки, ребятки, соберитесь сюда. Надо же как-то заканчивать наше приветствие. Давайте закончим словами нашего генерального спонсора. А как он сказал, надо меньше кушать. Ваня, вообще-то он это тебе сказал. Вообще-то заткнись, дрищ. Команда КВН «Бисквит», ваши аплодисменты! Это была пятая команда, а их сегодня 11. Как много шуток, бам-бам-бам. А, узнали своих кумиров, друзья. На сцене команда КВН «Чай». А после последнего финала открытой линии КВН команда КВН «Чай» решила кардинально измениться. Чай!
здесь! Да всем понятно уже, что чай здесь. Чего вы тут устроили? Вообще-то мы теперь жесткие. Да! Yeah. Вот, Слава, что сегодня жесткого сделал ты? Я сегодня сделал очень жесткий, невидимый табурет. У меня такой же, только синий. Давай проверим. Какой неудобный табурет. А-а-а! Заноза! Жесткая! Да! Yeah. Знаешь, Слава, твой жесткий табурет напомнил мне одну историю. Веселый молочник разозлился. Жестко! Да! Yeah. Марина! Никита! Марина! Никита! Марина! Никита! Видишь открытую лигу? Ну да. Я открыл! Жесткий! Да! Yeah. Ребята, ходят слухи, что у нас в команде есть не жесткий! Вот я точно жесткий! Я жесткая! Я жесткий! Я жесткий! Да вы вообще не жесткие! Вот, да, я вам сейчас это докажу, смотрите! О, котята! О, котята! Да расслабьтесь, они просто купаются! Они купаются! Хлюп-хлюп-хлюп-хлюп-хлюп-хлюп-хлюп-хлюп! Вот хочу обратиться к вам, как к людям, которые до сих пор покупают диски в переходах! Вы что, дебилы, что ли, а? Ну, у них это, коробочки вкусно пахнут. Кстати, о коробочках, парень, что у тебя в руках? Ну, просто коробочка. Ой, она, наверное, тебе мешает. Иди отнеси ее ведущему. Парень, что случилось? Я попала на орбиту Славы, меня затягивает. Боже, что же делать? Что же делать, что же делать? Марина, тебе нужно что-нибудь сбросить. Ты меня вообще видел? Куда мне еще сбрасывать? Брось коробочку тогда! Хорошо. Максим, вы не могли бы подняться все-таки в платье? Как-то неудобно. Почему ты такой красивый, такой харизматичный? У вас такая кудрявая прическа. Но нет. В смысле нет, Марин? Ты что, дура, что ли? Отойди, Максим, надевайте, я согласен. Подождите. Здесь нет кольца, но есть миниатюра. А дождевые черви тоже играют в азартные игры. А что у нас козыри? Черви. Да. Ну, ребят, это же 1/8 открытой лиги. Здесь надо удивлять. Что ты знаешь об удивлении? Неожиданность метро. Да что ты врешь? Черепашек-ниндзя не существует. Существует! Не существует! Существует! Слышь, ты что такой обманщик, а? Ну-ка, прекратите! Зачем прекращать, если можно показать наш финальный номер? А у каждого четкого пацана с района есть свой любимый момент в треке. Черный пистолет, это черный пистолет, а черный пистолет, это черный пистолет. Люблю. Черный пистолет. Черный пистолет. Черный пистолет. Это черный пистолет. Ну а что бы мы хотели сказать в конце? Родители, друзья, администрация открытой лиги, администрация Новосибирска, президент, все бьют чай. Вообще-то пьют. И это тоже. С вами была команда «КВН Чай». Спасибо. Команда «КВН Чай», ваши бурные обрезки!
Еще и на эту сцену выходит финалист прошлого сезона открытый Лиги КВН, команда, которая представляет Сибакс, иными словами, Ран Хикс. Команда КВН Дети Ректора! Хотелось бы сказать, что
что очень приятно. Открытая лига – это та лига, в которой участвуют команды, которые представляют не только Новосибирск и Новосибирскую область, но и те города, которые находятся рядом с нашим славным мегаполисом. Следующая команда приехала к нам из замечательного города Барнаула. Поддержим ее бурными аплодисментами. Команда КВН «Погладь кота». It's there. Команда КВН «Погладь кота», город Барнаул. И сразу хотелось бы прояснить одну очень важную деталь. Если ты не знаешь как, кошку надо гладить так, кошку надо гладить так, кошку надо гладить так, но точно не вот так. Команда КВН «Погладь кота». Здравствуйте! Так, а где остальная часть команды? Где пацаны? Ну, вообще-то ты у нас один. Да? И что мне с вами делать? Окей, Google, что мне делать с двумя девушками? Так, Кирилл. Женя, что ты сделал с моим телефоном? Что это за фигня у меня теперь на экране? Это фронтальная камера. Да. Кирилл, да сколько можно? Давайте начинать. Как это сколько можно? 6 минут можно. Засекайте. Поехали! Женщине исполнилось 40 лет. Так, мне исполнилось 40 лет. Пойду подстригусь, как лешая. Сейчас в моде именно такие футболки. Девушка, может быть, познакомимся? Нет. А так? Все равно нет. Вот коммунистка! При экстренной ситуации в автобусе нужно разбить стекло. Но никто не знает, когда именно эта ситуация произойдет. Ой, девушка, у вас, кажется, стрелка на колготках. Да у тебя еще и ноги кривые. А ты еще и страшная. Случай в больнице, которого никогда не было. Блин, да что так долго-то, а? Извините, отойду на 5 секундочек. Скажите, что я за вами, если что. Ну да, конечно. Федосимов, заходи. А как же... Заходи. Нет, я не зайду, потому что я пообещал, что скажу, что она за мной. Тогда, Алёхина. Вот они. Русские больницы. Пришел с больным зубом, а заболела на душе. Все мы знаем, что от имени ребенка зависит многое. Итак, пара второй час выбирает имя. Ну, может, назовем его Эдди? Антон, ты хочешь, чтобы у него было детство такое же, как у тебя? Ну, давай назовем его Мага. Ты хочешь, чтобы его в клуб не пускали? Нет, чтобы на эконом в НГУ поступил. Мам, папа, выбрали мне имя. Первый, погуляй пока так. Второй. Мама с бабушками нам говорили, что все грамоты пригодятся нам в жизни. Итак, случай на собеседовании в «Газпроме». Вот моя первая. За умение дружить.
вторая. На конкурсе рисунков «Это загадочная осень» второе место. Но там нечестно, там победительница бабу помогала. А еще у меня есть фотография с питоном. А вот моя гордость. Чемпион мира по пионерболу. Так, подождите, но чемпионат мира по пионерболу не проводится. У нас в школе проводится. Все. Так, где ваш диплом о высшем образовании? Знаете, диплом о высшем образовании можно купить. А вот умение дружить... не купишь. Теперь каждый школьник может почувствовать себя настоящим сомелье. Команда КВН «Погладь кота». Мы такие милые. Я за тебя умру. Команда КВН «Погладь кота», «Кура Параул», ваши аплодисменты, друзья! Ну что ж, давайте будем двигаться дальше. Девочки, сейчас для вас будет радость. На сцене появляется чисто женская команда, которая представляет исключительно женский юмор. Команда из славного доброго города Бирска, команда КВН «Я пианистов.
знаю, что я делала, когда тебя не было. Встречалась с моим. Хотелось бы сказать, что мы сильные, независимые девушки. Да! И поэтому мы не будем просить парней из других команд участвовать в наших миниатюрах. Да! Поэтому мужскую роль мы обозначаем вот так. Парни провожают в армию сразу несколько девушек. Равняйся! Но она-то по-любому дождется. Конечно, ведь я же мать! Пикапер горит в аду. Привет, чертовка! Типичные светские дамы собираются для того, чтобы потравить истории о мужчинах. В общем, сборная нормальных людей, будем начинать. Мария, привет! Мария, привет!
ребят, это мы, когда проходим мимо злой собаки, так садимся к ней и говорим, ну давай, давай с тобой, один на один. Никита! Это КВН, у тебя есть что-нибудь? О, должно быть, ты про юморески. Про юморески, давай. У меня как раз есть одна на примете, послушайте. Итак, представь себе, Антон Камола жарит богомол. Никита, есть что-нибудь для людей? Для людей что? О, музыкальные юморески. Ну давай. Представь себе музыкальные юморески. Итак, если бы в русских песнях вырезали лишние слова и оставили только самое главное. Мой друг художник и поэт, живет художник и поэт. Никич, хорош! Да, Никич хорош. Начинаем. Привет, открытая лига, привет, ЖК «Прогресс». Сюда приехали мы играть на интерес. Интересно будет зрителям, ну и жюри. СНЛ начинаем, ну а ты смотри. Начинаем! Очень неуверенная бабуля. Наркоман. Наверное. Не знаю, не уверен. Выпускной в церковной школе. Чё, ребят, рассвет встретили? Пойдёмте по воде ходить. Пойдём. Ну а такие парни есть на любой дискотеке. Дон Корлеоне на пляже. Ты принес? Наконец-то купаться хочется все-таки. Парень впервые бреет усики. Поверите совершенно, но за кулисами буквально минуточку назад родилась просто гениальная зарисовочка. Ну так показывает. Показывает, а? Представь себе, Якубович вошел в кураж. И крутите барабан. Барабан уже остановился. Буква! А? А! Арфа! Каждый из нас оставался дома наедине с родителями. Итак, представьте, обычный случай в семье. Сын, подойди на кухню. Чё, мам? Чё, мам? Я тебя долго ждать буду? Для чего? Мам! Ответь! Мама! Ты подойдешь или нет? Все,
ты меня достал! Отец, иди поговори с сыном! Сын, ну как ты понимаешь, мама хорошая, бить уважать нужно вообще. Что я вообще резко встал? Горелоса! Маму нужно любить и уважать. Зина, я поговорил с сыном. Мам! Зина! Мам! Ну, Зина! Дорогие друзья, финальные слова сегодня говорит Никита. В смысле, Никита говорит? В смысле, мы договорились, что ты будешь говорить? Чего мы не договорились? Ты всегда говоришь. В смысле, перед игрой мы договорились, что ты будешь говорить. Все. Тебе листок дали, ты сидел все, и писал говори. Вот года. А какой вкус Альпенголь нравится вам? Сборная нормальных людей. Я люблю с орешками. Спасибо. Сборная нормальных людей, ваша обрыв! Ну что ж, друзья, смешно, да, делов. Заходите, заходите, поднимайтесь. Курьер на курьере. Друзья, команда, последняя команда, которая выйдет на эту сцену, чемпионы второго сезона открытой лиги КВН. Команда с очень яркими образами. Команда КВН «Новосиб». Подумал, в других командах есть сексуальный красивый пацан, а у нас чё? Я? Да успокойтесь, а! Я понимаю, первая игра, надо как-то сразу выделиться, да? Тебе легко говорить, в два раза больше слов. Так, все, завидуйте молча. Ты можешь помолчать сегодня, нет, да? Ребятки, планка нашей команды сейчас вот на таком вот уровне. Надо поднять до такого. И чтобы это сделать, да ты задрал планку, говорю, на таком уровне. Бурдик, начинаем поднимать планочку. Это открытая лига. Сборная Новосиб.
ободримся, ободримся. Хрен ты так сделал, как Шнайдер? Ой, да иди. Что ж, друзья, сразу же давайте представим. Косоглазые охотники. Саня, стреляй! Попал за ним! Отлично! Вот она! И такое случается. Женщина упала в колодец. Спасите, помогите, помогите кто-нибудь! Бабушка! 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 Проститутка. На лестничной площадке. Здравствуйте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, мы похожи на котят? Нет. А что вы нас тут тупите, а? Тише. А еще один вопрос. Угу. Зачем вы поставили пароль на Wi-Fi? Ну, чтоб не сидел, наверное, с него. Это никто. Наш Wi-Fi! Тише. Тогда вы прекратите после обеда скрипеть кроватью. Да я в это время на работе. Тише. Сосед, рубай воду. Зачем? Котеночек мой. А такая ситуация могла произойти на выходе из бутика. Слышь, мадемуазель, ничего не забыла, а? В смысле? А что происходит? Ни за что заплатить не забыла, в отделение пойдем. В смысле? Сейчас придет мой парень, он у меня вообще-то шкаф. А, так это твоего придурка в Икее поймали. Пойдем уже, господи. Друзья, представьте, парень, у которого нет старшего брата, донашивает одежду за батей. Серега, пинай мне! Оба-на! Все, малолетки, вам хана! Мужик, держи его! Держи! Стой, пусти меня! Мужик, тащи его сюда! Пошел отсюда, щегол! Наконец-то взрослым стал, пойду пивка куплю! Видел вот таких вот женщин. Видел бы меня сейчас мой. Так он, наверное, смотрит на нас. Сплю, дура. Смотри, я звезда. Овца вы на асфальте. Ой, как хорошо. Что такое? Капель под лопаткой. Сумка! А вот же она! Ой, Любка, по-моему, мы перебрали. Пойдем домой. Почему? Да тебе машина по руке проехала, тебе хоть пахны. Так у меня ж протез! Детки, давайте, выходим, не стесняемся. Да нормально у нас форма, чего прям, ну? Ну, слушай, ты как бортовый, давай там выйди, понаобещай в конце что-нибудь, ну. Уважаемые девушки, хотел бы поздравить всех в душе. От души. Да-да, в душе от души. Слушай, не обратно, ладно, буртик, закрываем песенкой. Зал, взгляните на нас, не перепутайте ни с кем. Мы сборная Новосиба. Пришли мы в этот сезон, чтобы порадовать всех вас. Хотим вам сказать спасибо. Пою лучше всех в этой команде, да-да-да. И я так сама решила. Как необыкновенно! Все, ребята, успокойтесь! Слушай, ты можешь сегодня помолчать, нет? Ты что там стоишь? Давай выходи, ты же нам помогал. Правда, не в ту кулису зашел. Выходи, давай. Вот молодец какой, ага. Дорогие друзья, многие из вас не задумались, почему мы опять пошли в сезон. Ну, как говорит моя мама, преподаватель, повторение, мать учения. Команда говорит Новосиб четко и со смыслом. Спасибо. Это Новосиб, это не Америка, это город на обиношек в Америка, столица Сибири. Ваши аплодисменты, команда КВН Новосиб! Шибко, плотный юмор сегодня. И под ваши бурные аплодисменты хотелось бы пригласить все команды на эту сцену. Мы не стесняемся, моя любимая команда, давай по новой. Огород, бисквит, чай, директора
Поглазь кота, я верю на спорно нормальных людей и на Васип. Сейчас на сцене появится стойка с микрофоном. Пока жюри решает, какие баллы оно будет ставить нашим командам, хотелось бы сказать, что максимум за конкурс разминка, визитная карточка, 5 баллов. Давайте в том порядке, в котором команды выступали на сцене. Оценки команде КВН мы не стесняемся. Все судьи 5 баллов ровно. Оценки команде, моя любимая команда КВН. 3-3-3-4-4. Оценки команде КВН «Давай по новой». 3-4-3-4-4. Оценки команде КВН «Огород». 4-5-5-5-5. Оценки команде КВН «Бисквит». 3-4-5-4-4. Оценки команде КВН «Чай». 4-5-5-5-4. Оценки команде КВН «Дети ректора». 3-4-4-5. Оценки команде КВН «Погладь кота». Все судьи 4 балла ровно. Оценки команде КВН «Я обиделась». Все судьи 5 баллов ровно. Оценки сборная нормальных людей. 5-4-5-5-5. Как плотно, боже мой. И оценки команде КВН «Новосиб». 5-4-5-5-5. Ох ты автогонщик.